Нихао, леди и джентльмены, я рад приветствовать вас на канале topchinaopt.ru, компании, которая занимается поставкой средним мелким оптом товаров из Китая, страны Россия, Казахстан, Украина и Беларусь. В первую очередь мы находим и поставляем маржинальные товары из Китая, на которых можно хорошо зарабатывать. И сегодня в обзоре именно такой товар, это часы. Но не простые женские часы, а светящиеся. Это новый тренд конца лета 2015 года. И сейчас мы посмотрим подробнее, что же это за товар. Хочется сразу сказать, что есть огромная вариация этих часов, но проанализировав рынок в Китае, побывав на нескольких фабриках, мы нашли именно ту, где коэффициент цена-качество оптимальный. А теперь поподробнее непосредственно о внешнем виде. Ремешок этих часов силиконовый, хорошо гнется и не ломается. Что касается циферблата, то он имеет металлический корпус с пластиковыми вставками. Они нужны, чтобы пропускать свет светодиодов и чтобы часы действительно были с подсветкой. На задней части есть наклейка и маркировка, то что это нержавеющая сталь, stainless steel. Не знаю, насколько это правда, но надпись такая есть. На лицевой панели вокруг циферблата видно вставленные кристаллы, причем они вставлены в металлическую часть. Это говорит о том, что они надежно тут закреплены и вряд ли будут вываливаться. Сам циферблат достаточно классический, тоже бывает разных цветов, как по цвету ремешка, так и цвет может отличаться. На часах есть всего лишь две кнопочки, точнее первая это не кнопочка, а ролик, вытянув который можно поднастроить точное время и на нажатии часы пойдут, это в принципе стандартная штуковина. И вторая это кнопочка, которая включает подсветку, что я сейчас и сделаю. Часы светятся очень ярко, и важный момент, который отличает их от более дешевых, они светятся разными цветами. На самом деле, несмотря на свою низкую стоимость, часы смотрятся достаточно неплохо и пользуются популярностью у конечных покупателей. Да неприятные на ощупь, и важный момент, то что используется металлический корпус, это придает, конечно, долговечности этим часикам и надежности при носке. Хочется отметить, что это достаточно самостоятельный товар, то есть его можно продавать как и просто отдельный товар, как отдельный аксессуар, например, для девушек, так и использовать его в качестве сопутствующего товара, например, к светящимся наушникам, если вы уже их продаете. А я благодарю вас за просмотр видео, подписывайтесь на наш канал и следите за новыми обзорами. Удачи вам в бизнесе!